У вас замирает сердце от высоты, а у посетителей этой обзорной площадки оно замирает точно. Небоскреб в Шанхае открыл уникальную смотровую террасу вообще без поручней и ограждений. Она позволит посетителям испытать самые острые ощущения. Все желающие могут полюбоваться видом на город с высоты 340 метров. Для перемещения по этой площадке, правда, на посетителей надевают страховку на железном подвесе. Ну, чтобы избежать толчии, сюда не допускают более 15 человек одновременно. А за безопасностью следят два инструктора.